Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг, и в этом видео будет обзор, распаковка и тестирование на мне нового для меня продукта и новой для меня марки, поэтому садимся поудобнее, поддерживаем это видео большим пальцем вверх и подпиской на мой канал. Краткая предыстория. Листаю я ленту Instagram и натыкаюсь на рекламу новой для меня марки Shine Is. Я перешла в профайл, смотрю, все такое розовенькое, миленькое. Думаю, розовый, хороший цвет. Перехожу на их основную страницу. Смотрю, у них появился новый для меня продукт, серум со светоотражающими частицами. Это я люблю. И при этом он еще и увлажняет кожу, а это зимой прям необходимо, особенно мне. Если вкратце, что такое серум и как его применять в обычной жизни? Серум – это концентрат продукта в каплях. Он, как правило, в стеклянной бутылочке, чтобы хранилось лучше и дольше, и с пипеточкой. Пару капелек капнуть, распределить равномерно по лицу, поскольку продукт концентрированный. Уже посылочка распакована, посылка пришла вовремя, вот в такой вот красивой розовой коробочке, с вот таким вот пенопластом, который противоударно, чтобы ничего не покрошилось, ничего не разбилось, все нормально, все пришло вовремя, все пришло с доставочкой. Нас встречает вот такая вот открыточка от бренда, это очень приятно. Каждый раз вот такие мелочи, они ничего не стоят для бренда, но крайне приятно их получать в посылке. Кожа лица у меня, конечно, чуть-чуть стала здоровее с момента Нового года, но все равно ей требуется активная поддержка. Плюс я немножко приболела, поэтому мои крылья носа все-таки от носового платочка покраснели. Ну, оставим лирику, переходим к продукту. Вот нас встречает вот такая картонная голографическая коробочка. И сам продукт. Сам продукт безумно красивый, тоже с голографической этикеточкой, на которой расположена самая необходимая для этого продукта информация. Также он в стекле, стеклянная бутылочка с пипеточкой. На обратной стороне указан объем 30 мл. Это стандартный объем для всех серумов в капле. Нас встречает вот такая вот пипеточка. Видно, прям видно, что этот продукт уже с такими светоотражающими частицами такого пастельно-бежевого оттеночка, то есть идеально. Вот я прям чувствую, как праймер, то есть основа под тональное средство и перед макияжем, это будет идеально. Плюс оно еще будет увлажнять кожу. Когда я делала сводчик на руку, продукт очень быстро высыхает, очень хорошо впитывается и при этом создает матирующий эффект, при этом без эффекта стянутости кожи. То есть кожа при этом не пересушивается, но блестит и матируется. Это очень хорошее свойство. А теперь перейдем от слов к делу, то есть к лицу. Так, пипеточкой так. Берем нужное нам количество продукта. Так, капаем.
Ох. Ох. Я уже поняла свою основную ошибку. Я нанесла слишком много этого продукта. Поэтому будьте бдительны. Он безумно экономичный при нанесении. По сути, хватило бы одной капельки на поверхность всего лица, а не трех, как сделала я. Но что поделать, что поделать? Учитесь на моих ошибках, поэтому я и записываю вот эти честные видосики. Блеск есть, но он не агрессивный. И кожа немножко так прям преобразилась, немножко ожила. Ох, ожила. Сейчас я буду наносить тональную основу средней плотности покрытия поверх серума. И посмотрим, как она себя проявит. Ну, не тональная основа, а сам серум в качестве базы под макияж. Хочу заметить, я давненько не помню по себе, чтобы тональный крем, обычный банальный тональный крем, на мне ложился так равномерно и так привлекательно. Очень хорошо лег, очень прям. Замечу, я не использовала какой-то сверхкрутой тональный крем, я использовала самый обычный тональный крем от Maybelline. Бюджетной категории, но выглядит он теперь очень круто. Стоит ли брать этот продукт или не стоит, это, по-моему, видно сейчас по мне. Я в своем случае очень довольна, я открыла новую для себя марку, затестила только этот серум, но впоследствии хотела бы приобрести еще несколько продуктов Shine Is, поскольку категория бюджетная, то есть до 1000 рублей. До 1000 рублей затестить, посмотреть, как и что. Это очень хорошая для меня, по крайней мере, идея, которая меня крайне порадовала. Всем спасибо за ваш просмотр. Никогда не бойтесь экспериментировать с марками, цветами, текстурами, так как иногда бывают приятные удивления, да. Ну, или если не хотите рисковать, просто ставьте колокольчик и подписывайтесь на мой канал, и вы будете в курсе всех новинок. Также не забываем поддерживать это видео большими пальцами вверх, и не забываем проявлять активность в комментариях под этим видео. Советуйте, какие марки мне стоит еще приобрести, затестить. Все-таки марок масса. И это здорово. Всех люблю, всех целую, всем отличного настроения и крепкого здоровья. С вами была я, Пуспинг, и до скорых встреч через один день.